Поздравляю вас. Немного смущенная, но с блеском в глазах, Татьяна принимает ключи от автомобиля, который она выиграла. Жительница города, работающая бухгалтером, купила дочери планшет, а для семьи камеру. И совсем не ожидала, что через пару недель ее ожидает сюрприз. До последнего момента, пока она не села за руль своего авто, она не верила в чудо. Я думала, что это как розыгрыш. Обычно же так вот разыгрывают, там потом перечислите деньги там туда-сюда. Вот. Ну что-то наподобие этого я подумала сначала. А потом, когда уже второй раз перезвонили и сказали, что вы подъезжайте вот так вот, уже было другое ощущение, что... Но все равно не верилась, пока вот не села за руль. Как будто я в сказке, что новогодняя сказка, что вот я как Золушка в ней с таким подарком. Розыгрыш призов в сети магазинов «Эврика» стартовал 5 ноября этого года. И это уже второй счастливый обладатель суперприза. «Эврика» всегда готова удивлять и радовать своих клиентов, что с успехом у них получается. Сегодня мы нашли нашего второго счастливчика, который стал обладателем нашего главного приза автомобиля от компании «Эврика». Наверное, это будет звучать очень, может быть, знаменательно, но второй наш счастливчик оказалась, то есть семья, в котором... В ближайшее время планируется пополнение. Я надеюсь, что в новом году для них будет наш автомобиль, наш суперприз для обеих этих семей хорошим подарком. И надеюсь, что в дальнейшем они будут также участвовать в наших акциях. На этом акция от компании «Эврика» не заканчивается. У всех тех, кто верит в свою удачу и желает выиграть ценный подарок, еще есть возможность участвовать в акции, которая продлится до 10 января 2016 года. За полной информацией можно обратиться в любой магазин «Эврика».